Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Camry 2014 года в черном цвете с бензиновым двигателем объемом 2,5 литра, мощностью 181 лошадиная сила, АКПП передний привод, имеется камера заднего вида, парктроники, автомобиль на литых дисках хорошей резине, установлены хромированные вставки, имеются повторители в зеркалах, пробег 129 тысяч километров, по салону темный салон, чисто ухоженный, не прокуренный. Имеется подогрев передних сидений, кондиционер, двухзонный климат-контроль, мультимедиа, мультируль, система курсовой устойчивости, корректор фар, омыватели фар, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.